Михаил Михайлович, сегодня прошла предматчевая тренировка. Как это занятие прошло? В каком режиме? Ну, это стандартное наше предыгровое занятие, которое, в принципе, у нас завершает этот микроцикл подготовки к игре с Эстонией. На сегодняшний день все ребята, которые вызваны в молодежную сборную, они все готовятся к игре в хорошем настроении и состоянии. Завтра матч против сборной Эстонии. В первом круге была одержана уверенная победа со счетом 5-0. Что знаете о сопернике, насколько он сильно изменился по сравнению с прошлым годом? Но мы определенные коррективы до ребят донесли и с точки зрения организации игры, что они перестроились и по определенным позициям. Вопрос другой, что мы всегда говорим о том, что нам надо быть в оптимальном состоянии, функциональном, психологическом, игровом именно в конкретный день, в конкретный эпизод и в конкретной игре. Поэтому состояние игроков на сегодняшний день оптимальное, все готовятся. В каком режиме прошла подготовка к матчу? Когда заехала команда, расскажите немножко поподробнее. Мы начали заезжать, начиная уже с 4 числа. Та группа игроков, которая сыграла в туре, она начала уже восстановление свое. Та группа игроков, которая играла в туре, вечером заехали в ночь. Соответственно, двумя группами 4-5 числа команда начала свою подготовку. В дальнейшем уже воссоединились. Поэтому у нас полноценные занятия уже, в принципе, начались с 6 числа. И вот уже готовимся непосредственно к старту первой игры. В нынешних непростых условиях с ковидом, как команда готовилась к этому матчу, учитывая всю эту ситуацию? Начиная с первого дня, медицинский штаб, тренерский состав, игроки соблюдали все неукоснительные правила и Роспотребнадзора, правила протокола по проведению РФС, УЕФА. Поэтому в ежедневном режиме сдавали тестирование. На сегодняшний день все тесты отрицательны в ежедневном режиме, которые были проведены. Все футболисты готовятся в полном составе на сегодняшний день.